Последние ревизии перед зимой областная государственная жилищная инспекция проверяет, насколько самарские дома готовы к отопительному сезону. Пристальное внимание к жилью, к которому были замечания. Например, дом на улице Гагарина, 119, был далек от идеала. Есть большой достаточно перечень работ, которые необходимо выполнить. Это ремонт фасада, стен, отмостки, регулировка и ремонт систем электро, газа, водоснабжения, опрессовка и промывка системы отопления. Соответственно, ремонт крыши и другие работы. Сейчас все претензии инспекторов устранили. Произведена промывка системы отопления, то есть заменена запорная арматура. И дополнительно произвели гидроизоляцию машинного отделения на кровле, для того, чтобы в зимний период собственники, то есть, не страдали от каких-либо протечек, соответственно, либо проникновения влаги. Управляющая компания, которой руководит Павел Гордеевский, обслуживает более 60 домов. По его словам, все они готовы к отопительному сезону. Как и 100 домов еще одной компании из этого района Самары. Например, дом на Партизанской, 76, который она обслуживает, уже готов принять тепло. Здесь по требованию инспекции отремонтировали гидроизоляцию и выполнили другие внешние работы. На этом доме поменяли входную группу, сделали частичный ремонт отмостки, заменили там трубопроводы в подвале, запорную арматуру по дому, поэтому вот на этот момент все. Проверить, готов ли ваш дом к отопительному сезону, просто. Это можно сделать в личном кабинете на сайте электронного ЖКХ во вкладке «Мой дом». Там должен быть опубликован паспорт готовности дома к отопительному сезону. Такие документы для всех самарских домов должны быть обнародованы до 15 сентября. Если этого не случилось, нужно обратиться в жилищную инспекцию. Либо лично, либо письмом, либо через госуслуги. Между тем, инспекция постоянно следит за тем, как управляющие компании готовятся к холодам. Инспекции заблаговременно в отношении каждой управляющей компании, лицензиаты, имеющие дома в управлении, были направлены соответствующие предостережения, где мы указали управляющим компаниям, это СЖ, необходимость проведения в установленные сроки данных мероприятий. Обращаться нужно в инспекцию и в случае, если управляющая компания в чем-то приукрасила ситуацию в паспорте готовности. За такие нарушения предполагаются существенные административные штрафы. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.